5 июня не только в России, но и во всем мире отмечают День окружающей среды. Этот день, когда каждому жителю стоит задуматься о том, все ли он делает для того, чтобы будущие поколения могли наслаждаться природными красотами и богатствами нашей планеты. Одинцовский городской округ на протяжении многих лет считается одним из самых экологически чистых мест Подмосковья. Отсутствие крупных промышленных предприятий, богатые водные ресурсы, парковые зоны и лесные массивы. Наш муниципалитет часто называют легким регионом. Кроме того, для привлечения общественности к проблемам окружающей среды регулярно проводятся различные экологические акции: Лес Победы, Чистое Подмосковье, утилизация автомобильных покрышек и сбор макулатуры.